Друзья, всем доброго дня. С вами Менавіт Онлайн, Алена Васильева. Привет из Киева. И все будет Украина. В Киеве сейчас, вы, наверное, слышите, знаете, люди стараются сохранять спокойствие, но, тем не менее, много машин выезжает из Киева. Поэтому на дорогах коллапс. Тяжело снять деньги, но, тем не менее, это все в пределах допустимой нормы в той ситуации, которая есть. А я бы хотела сказать по последним новостям относительно нашего, не нашего, усатого, я даже не знаю, как назвать его, соучастника Путина, на котором сейчас лежит полная ответственность за то, что делает хуйло. Только что он заявил, что Беларусь не принимает участие в войне против Украины, не принимают участие белорусские солдаты. Это никого не интересует, если со стороны Беларуси идут обстрелы Украины и со стороны Беларуси нарушена государственная граница Украины. И со стороны Беларуси готовы уничтожать украинцев. Более того, он еще и сказал, что Киев должен то ли сдаться, то ли начать переговоры, то ли еще что-то. В общем, не важно. Важно, что на Лукашенко лежит полная ответственность. Лукашенко сейчас равен Путин. Он сделал из Беларуси страну-агрессор. Смерть российским оккупантам. Слава Украине! Всем пока!